Ветер сегодня такой свежий. Так, где-то тут. Сейчас присядем. Так, ну такое вот местечко у нас тут. Тут такой свальчик, где-то метров через 10. Глубину метров на 5, такой жесткий. Сейчас будем пробовать рыбачить. Не знаю, как это получится. В общем, у нас тут будет Yamaha 82F Nano. Это до 18 грамм. Так. А катушечка у нас будет старая добрая Эксия, проверенная временем. Автомат Калашникова. В общем говоря, сейчас привязываю снасть. Здесь я ловлю, короче, на водной поводок. Это самый лучший метод, который у меня тут на данный момент получается. Здесь зацепов много. И методом пробы ошибок у меня получается так, что этот отводной самый лучший работает. А в качестве наживки использую креветку, либо эту, не знаю, лигния называется. Короче, вот такая вот штука. Тут грузик грамм 10. Сколько он тут? Да, 10 грамм. Ну, такой поводочек и крючочек. Крючок надо, чтобы был хороший. В данном случае это Katana Maven. И тут у меня такая вот коробочка, вот только что с холодильника достал, нарезанные тут креветки и вот эта лигния, это типа какая-то как кальмар, она такая жесткая, сейчас ее насажу. С крючка не слазит, хорошо держится, потому что креветка, она очень мягкая, ее сбивает сразу же. То есть если при первой поклевке ты не успел подсечь, то все, приходится перезабрасывать. Рыбалка тут такая. Это такую штуку одеваю ее как червяка таким вот образом. И сейчас будем пробовать. Ну что, поехали. Бросать тут далеко не надо, главное попасть на пробку. Ну, метров 15 может. Там уже глубина достаточная. Метров там, наверное, 7-8. И сейчас, не знаю, видно там, кончик удочки нет. В общем, я и по кончику смотрю, и по ощущениям в руку. Спиннинг чувствительный достаточно. Поклевочки ощущаются хорошо. Вот, поклевывается какая-то уже мелочь. А, зараза. Тут приходится вот так постоянно пытаться ее засечь. Очень много холостых. Клевок, ну, сейчас перебросим. Немножечко попробуем вот туда, в ту сторону, под тот буй. Или же надо попробовать кусок этого кальмара более жирный надеть. Так, ладно, забрасываем. Тут уже чуть дальше, метров, может, на 20. Так, ждем, пока упадет. Ждем, ждем, ждем. Оп, есть. Да, там метров, наверное, 7-8 по ощущениям. Падает долго. И теперь ждем. Потихонечку волочим по дну. И ждем, пока будут атаковать. Рыба тут, конечно, атакует.
очень сильно, очень жестко, не так как речная. Ни о каких нежных поклевках речи не идет. Тут именно бабах и все. Но настолько много холостых. Вот опять сейчас что-то дзебает. Засечь не могу. Оп. Оп. Опа. А, что-то вроде бы мелкое село. Оно сейчас про. Да. Какая-то мелочь прицепилась. А, это тут вот это вот такие вот такую рыбу в основном я и ловлю. Это называется шпар. Такая мелочь. Но бойкая очень. Это наш катафейный пойдет. Нашей катафейне. В общем, вот таким вот образом нанизал я щупальцу маленькую кальмара. И сейчас будем опять пробовать. Опять будем пробовать туда вот под буй. Раз. И будем наблюдать. Опа, есть сразу. Такая, ну опять-таки мелкий какой-то. Ну они мелкие, но бойкие. Мама, не горюй. О, это совсем, совсем мелочь. Такое вообще надо отпускать по-любому. Это сильно маленький. Маленький, но удаленький. Вот такой вот шпар называется тут. Что-то зацепил. Что тут? Ну, вот это такое, шпарик. А это еще такой более-менее с ладошку, можно сказать. Такого можно забрать. В принципе, такой. Рыбеха такая, да? Так, еще один шпарик подошел. Где у нас тут шпарик? Ну, такой нормальный, в принципе. Вот такой прямо для этих мест хороший. Ну, тут у нас уже. Ох ты что какой! Вот они бойкие, эти морские рыбы, конечно, жесть. Так, ну что, попробуем вот такой вот жирненький кусочек. Насадили. Такой смачной. Сейчас будем пробовать. Опа, ах ты. Ну, давай, давай. Ну. Дёбать, дёбать. Ну, давай, нормально. Лупани разочек. Нет. Дима. Сел, кто-то сел. О. Тоже шпар, наверное. Сражается неплохо. О. Какой шпарик. Вот такой вот. Это неплохой, можно сказать. Кто-то. Кто-то есть. А, да. Это окунек. В общем, вот такая у нас компания по итогу собралась. Ну, такая мелкая рыбка. Другой ловить пока не умею тут. Но все равно вот эти шпарики достаточно неплохие. Вкусная рыбка.
И ловить приятно, тянуть хорошо, сражаются. Ну так вот. Ну что ты там? Чернуха, будешь хавать? Сейчас я тебе окунька подгоню. Так. Пошли, пошли. Идем, 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 идем. Да, держи. Держи. О. Ну что ты? Давай, свежачок. Все, все, молодец, молодец, давай. Иди прячь, иди. На потом.